загадка. Сейчас мимо вас пройдут прекрасные девушки. Вы должны отгадать, где на них трусы. Поехали. Пожалуйста, где? Ну вы знаете, ну скажите, что под брюками. Трусы. Как нижнее белье под юбками и под брюками. Ну да так, не стесняйтесь, пожалуйста. Вы, ну под брюками. Ну, точно есть трусы или нет? На попе, на попе. Все, девчонки, мы попросим вас встать в сторонки, потому что сейчас мы вам покажем совершеннейшее чудо. Это называется так, неприятность эту мы переживем. Берешь мужские трусы. Вот они. Раз, два. Там, где у мужчин попка, у женщины размещается грудка. Там, где у мужчин перед, у нас будет спинка. И получается... Так, иди сюда в голубой рубашечке, иди сюда. Да-да-да, давай, бегом. Давай. Ты единственный, на ком это будет видно. Они совершенно новенькие. Суй ручку одну, ручку вторую. Давай, моя дорогая. Раз. И два. Оп-ля-ля. А мы сделали. Они сделали еще вот такой вот топ. Но они пообрезали все. На завязочках. Эти люди, на которых я рассчитывала, пообрезали все. Отличная вещь. Можно быстро сделать купальник, потому что эти же трусики, одетые как трусики, как плавочки, будут купальником. Смешно, остроумно. Советы наших зрителей. Спасибо тебе, моя дорогая. Садись, пожалуйста. А у нас зато красивее. У нас такие бретельки лучше. Видишь, какие у нас... Наденьте на Гальперина то, что вы сделали. Но больше никто это носить не будет. Друзья, ну сейчас... Для него это шапочка. Нам с вами было хорошо. Пусть и вам будет жить здорово.